тут вот такой папа гриль. Быстро, вкусно и качественно. Приглашает, ищешь работу, звони. Здесь начало велодорожки. И велодорожка, она уходит вот туда дальше. Вдоль дороги слева. Что интересно, тут посажены деревья и есть бирочка на каждом дереве. И там написано «Зеленая Башкирия». Узнали легенду, ну то есть, чтобы открыть, это экологический проект, чтобы открыть, надо читать код. Озеро Светлое. Сегодня хоть и не выходной, но теплый вечер в Нефтекамске. Теплый, безветренный. Люди отдыхают, сидят на скамеечках, дышат воздухом. Вот такая гладь озера. Чайки кружат и ласточки в небе. Сейчас мы проедем вокруг на велосипеде, посмотрим, что там вот напротив. Спасибо. Ну как ваше настроение, друзья? Отлично. А у нас еще лучше будет, если будете вы громче хлопать, громче нас поддерживать и вместе с нами подпевать. Согласны? Поехали! Что?